Вот, понимаете, вот я хотел еще вопрос такой. Ну, вчера посмотрел интервью бывшего мэра нашего Левита Анатолия Викторовича, который рассказывал о том, что вот о децентрализации, что спасибо, вот я тоже говорю спасибо этому закону, и, дескать, вот приводил в пример прошлых мэров о том, что они в других ситуациях, они в другой ситуации находились, чем сегодня Лях. И сегодня с его точки зрения, ну, к примеру, там вот не планируется, ничего не делается в этом направлении, как расходуются средства, которые сегодня поступают в город. Хочу сказать, что никто не мешал нашим мэрам предыдущим, если сравнить города, даже взять курорты, Турсковец, Миноград, даже такие не города-курорты, Мукачево и остальные, которые не ждали законов децентрализации, развивались динамично. В нашей Ленинской области я мог привести Бахмут, который и довоенный период без законов децентрализации хорошо развивался. Почему наш город, ну извините, был похож на цыганский табор в 2015 году, где хотели борды висели, где хотели мафы стояли. Тут закон о децентрализации не нужен был, чтобы элементарный порядок в городе был. Кто мешал нашим мэрам работать с теми же ДФРР, ЕИПом, то есть это не закон о децентрализации открыл эти фонды. Это как раз таки наличие проектов и желание работать с этими фондами позволило сегодня привлекать такие средства. Если говорить о планировании, я не знаю, как можно было планировать в те каденции им, что они запланировали себе, что у нас население сократится со 100 тысяч до 50 тысяч, что, извините меня, попродавали садики, детские кухни, позакрывали некоторые учебные заведения, школу, там 14 признали аварийной, сегодня люди хотят ее вернуть, что сегодня сталкиваешься с такими проблемами. Да, децентрализация дает свободу распределения средств, но сегодня большие средства привлекаются не из местного бюджета. Сегодня я хочу повторить, что вот такой упрек, а как наполняется бюджет? Могу вам привести пример. Я уже, кажется, говорил, что в 2016 году местные сборы составляли 190 миллионов. Сегодня, в прошлом году, они составили 450 миллионов, в этом году они составили 490 миллионов. Почти в 2,5 раза выросли местные налоги и сборы. Если взять учетом, что самый основной налог – это НДФЛ, который остается зарплатой, мы же понимаем, что в 3 раза наши зарплаты не выросли с вами за последние 3 года, да, что увеличились налоги. Это как раз таки работа по земельному, недвижимости, по всем остальным по позициям, с которыми работает городской совет. И это, я еще раз привожу, это удочка. У каждого мэра она своя, и как-то не... Как, насколько эффективно он ее использует, это у каждого. Я вот, например, о планировании хочу сказать. Вот на встрече с гражданами приводил такой пример. В 2015 году, услышав о таком проекте и взяв его реализацию, рекреационная зона Соленых озер, ну, извините меня, у нас военные заняли курорт, стоят блокпосты на курорте, да. В 2015 году, если представить, что такое Весовое появится, люди у виска мне крутились, говорили, Владимир, ну ты уверен, что туда люди хоть пойдут, там блокпост стоит, ты... в своем уме там сегодня там делать, асфальтировать дороги там на этом Славкурорте, подводить это озеро, чтобы будут приезжать люди из других городов. Ну, надо же было думать о будущем. Вот сегодня, смотрите, мы его открыли, уже военных нет, блокпостов нет. Сегодня приезжаю, кстати, устанавливается новый туалет, там сейчас кабина целая на 6, если не ошибаюсь, мест, в том числе инклюзивный, как я обещал, до конца этой недели будет установлен. Это вот планирование. А планирование о том, чтобы распродать садики, отдать, извините меня, места под мафы, где дают бабло, и они там, где должно быть. А сегодня упрекать мэра о том, что он не ведет не так работу или как-то не так планирует, с кем-то не посоветовался. Я думаю, у каждого мэра была возможность, она есть и у меня сегодня возможность, это безусловно. И каждый показывает свою эффективность, свою состоятельность в решении этих вопросов. Что касательно вот моего, опять-таки, если мы говорим, я так перешел, говорю, хочу поговорить о выборах. Знаете, у нас... Мой основной тезис, который, наверное, я для себя вынес, и руководство для жизни, и, наверное, на будущее. У нас все любят Украину. Даже для этого вышиванки одевают, клянутся в любви к ней и так далее. Но вот я считаю, что Украина будет тогда успешной, когда начнут любить украинцев. Неважно, кто это. Украинцы, греки, русские по национальности, а именно украинцы. Вот когда будет любовь к украинцам, тогда и будет процветающее государство.